что-то невероятное. Мы с Леной приехали из Вельска, поставили машину. Пока я ее закрывал, Лена пошла вперед. Я прихожу, стоит пакетик на крыльце. Я думал, что это наш пакетик. Взял его и занес в дом, начал выкладывать. А в пакете какой-то доброжелатель оставил бутылку пива и две сигары. Ты с кем? Я думал, что это твой пакет с одеждой. Я взял его на крыльце, вот этот пакет. Я думал, что это одежда наша. Где наша одежда? Там. Кто это мог оставить? Не знаю. Может, это Шадрин опять мимо нас приезжали? Ну вот кто-то, кто знает, что я люблю сигары. Да. Еще и пиво хорошее. Кушай-ка. Спасибо тебе большое. Положи куда-нибудь в кружечку. Давай вот сюда. Да вот же стоит баночка. Чего ты? Собирала тебе. Фантастика. Вот мы еще сегодня заходили в магазин табак. Повздыхали там на Стэнли за 600 рублей. На день рождения. А, раскуришь на день рождения? Да. А вторую? Ну, как появится повод. О, ладно. Магнитной пробки нет почему-то. Как определить, есть там стружка или нет? Герой этой песни простой автослесарь, но был бы простой, вряд ли был интересен. Никто не признает под маской трудяги личину романтика. Сердцем бродяги полдня пролежал под машиной с отверткой, штаны и ботинки, залив отработкой до крови проводкой, ладони изранив, не ищет козлов утешенья в стакане, моторное масло сдувая с усов, гитару берет автослесарь Козлов. Автослесарь Козлов. Всем соседям назло, до утра свои песни горланит, хладнокровно лишая кругу ночной тишины. Автослесарь Козлов. Как же мне повезло, что права у меня отобрали, что машину продал и услуги твои. Ну вот, оказалось, что по пыльным дорогам не ездим. Вот так вот. Радует то, что запчасти на нашу машину стоят дешевле, чем на Ладу. Никто не подумает, что карбюратор в душе у Козлова рождает сонаты под глюки замкнувшей сигнальной системой, бурчит там под нос музыкальные темы. Ты снимаешь? Да. Так эпично ты лежишь под машиной. Машина у нас вот все больше и больше радует. Где ты еще найдешь такую машину, где можно масло заменить даже без ямы? Ничего себе, система никель у тебя. Да, это система отработана уже десятилетиями. Да, Викторович, такой молодец. Все умеет. Вот это черное масло, которое мы купили, да, тогда? Это, Лена, называется отработка. А, это отработка? Да, это отработка. Так это, красить будем? Блин! Маруся.
И слушай, прям под пробку получается. Да. А, ну давай поставь. Как раз капли хватит. Вот так вот, 5 литров с лишним даже. Ага, не накапай мне на пальчик. Это очень большой объем для такого маленького двигателя. Двигатель маленький, 5 литров. Обычно в двухлитровых двигателях там 3 литра, 4 литра помещается. А тут 1,6. Потому что... Все-таки накапал на меня. Я на завтра пойду маникюр делать. Где у тебя тряпочка? А их тут много. Ой, тряпочка еще грязнее, чем ручка. Ладно, я пойду мыть руку. Андрей Викторович радуется любому поводу, чтобы открыть свой волшебный чемоданчик. Леночка, какая тут может быть радость? Я просто работаю, и мне хорошо работать, и все. У меня нет такого счастья от обладания волшебным чемоданчиком. Я счастлив от того, что я могу что-то сделать сам, без всяких автослесарей. Малышонок наш готовится.
Что я сейчас сделал? Я модифицировал древнее 122-летнее стеклышко. Оно сделано по уникальной технологии, когда стекло вставляется прямо сразу в раму. Так только раньше делали, когда еще не было моды крепить все на штапики всякие. Но ширина переплета была на 5 миллиметров больше, чем глубина посадочная, поэтому рама торчала наружу, и дверь из-за этого плохо закрывалась. Я решил рискнуть и срезать вот так вот, хотя была возможность того, что я просто раскалю стекло и сломаю вообще сам переплет. Но я решил пойти на это, срезал, посажу на герметик. Ну как, получилось? Да. Я верила в тебя. Это что такое? Клей, что ли? Нет. А что это? Герметик. Я все время думаю, почему Елена Игоревна такая красивая у меня женщина? Может быть, потому что она ходит все время, какую-то красоту наводит. Вот она в этом здании где-то там что-то делает, а я ее жду. Зато здесь есть Сусхи Тимы, где наливают кофе. Вот теперь еще здесь ждем красоту. Одна красота была в том здании, теперь другая красота здесь. Ну, красоту, судя по всему, наводили не для меня, а для вот этого господина городового. Да супер просто. Причем он из дерева. Да. Смотри, как лицо сделано. Потрясающе. Настоящий художник. Да. И еще будочка. Ух ты, а там плащ еще висит, смотри. Урядник. Вообще здорово, правда? Здорово. Вообще это очень хорошее место. Юрьево подворье. Тут лучше. Первый этап. Ну, один из этапов подготовки. Мы второй раз в жизни заправляемся сразу намного. Перед отъездом надо все скосить. Иначе, когда мы потом вернемся, тут уже будет такая трава, что ее будет уже не взять обычной леской. Попробуем сегодня новое масло.
Они падали на крышу. Сейчас ветерок подул. Все, побежали. Побежали, побежали, побежали. Вон, смотри-ка. Все видно на нашей рябине. Стрижка травы сегодня, судя по всему, вообще отменяется. Уж такой большой дождь, это все. Какой сервис? Дождь, а вот автолавка приезжает прямо к дому. И это она не в одном месте останавливается, она останавливается около каждой вот такой скамеечки. Это просто для тех, кому не хочется идти в магазин. Такой дополнительный сервис. Фонд президентских грантов оперативно прислал хорошую новость. Финансовый отчет за второй этап принят. Те, кто пробовал, знают, что это вообще супер результат, когда финансовый отчет принят без единого замечания. Вот. Можно спокойно ехать. Не, под вечер все-таки дождь перестал. Мне даже удалось немножко покосить. Пока некоторые тут моют дорожные сундуки. Тундровая карликовая вишня. Павел Прохоров Игнатьев, наш брат, буквально в последние часы перед отъездом, хотя он не знал, что мы собираемся. Ну, знал, наверное, прочитал. Прислал посылку. Что-то вкусно пахнет. Шашлык. Колбаса конская, сыровяленая, срок созревания 5 месяцев. Павел, спасибо вам огромное. Андрей Викторович расстроен от того, что у него сломался принтер. Ой, не принтер, а как его? Как он называется, Андрей? Триммер? Вот, грустный. И на меня еще обиделся. Но он рад. Павел, спасибо вам огромное. Вы, как всегда, вовремя. Готовится в дорогу. Оплачивает электроэнергию. Авторский центр Архангельской области участвует финансово в создании экспозиции, посвященной истории Судромской больницы, находившейся в доме с 1930 года, и судьбам жителей села, родившихся в этой больнице. Фонд президентских грантов, который поддержал поисково-исследовательскую и экспедиционную деятельность Дома сохранения истории Инрока.